Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня вот на почте получила две посылочки с Алиэкспресс. Сейчас можно и рассмотреть по пути. Здесь светло, хорошо. Погода чудесная. Сегодня можно жить хотя бы. А это было по 30 градусов жары. Сразу зима, весны почти нет и 30 градусов жары. Сегодня хоть нормально. Так что сейчас рассмотрим посылочки. Ну, я уже примерно знаю, что это по ощущениям. Вот. Это у нас чехол на телефон. У меня потерялся, силиконовый был. Отдавала как в ремонт телефон. Чехол какой-то, мешочек положила. Оно мягенькое, все это дело. И прозрачная, мешочек прозрачный, это прозрачная, мягкая, наверное, выкинулась. Вот такой бампер. Хороший, как раз на мой телефон Xiaomi. Потом примеряю. Дальше. Какая-то мошка летает. Очки. Вот такие очки. Очень маленькие, очень. Я думала, так она, оправа красивая, кошачий глаз, но очень маленькие какие-то. Видите, красивая оправа. Голубые. Вот такие покупочки, вот очки мои, что я ношу. Хотела блеснуть в тех модных кошачьи глаз голубые, но как на детское личико очки. Ничего, подарю. У кого маленькое личико детское, подойдут эти очки. Ну, те голубенькие, что я купила. Вот такие покупочки. Очки не хочу даже мерить, они мне совсем не идут. Были покрупнее, а то вообще меньше, чем я раньше заказывала. Какие-то такие. Я там их... Написаны были размеры, но я не вымеряла. Понимаете, я доверилась, как и все очки нормальные. Это какие-то кошачий глаз, то чуть-чуть эти кончики, наверное, имеют размер, как нормальные очки. А все остальное какое-то такое суженное. Ну, что сделаешь, так тому и быть. Ссылочки на эти товары там... Оставлю под видео, посмотрите, зайдете на Алиэкспресс. А по поводу мельницы, вот это, что я мелю перец всегда в видео, то я покупала, по-моему, на сайте BandGood. И есть видео, если что, посмотрите это видео, и там ссылка есть на эту мельницу. Кстати, очень хорошая мельница, мне нравится. Это не крутить, ничего не надо, работает отлично. Так что вот такие у меня новинки. Желаю вам удачных покупок. Заходите на Алиэкспресс, что надо, выбирайте. Просто так посмотрите. Желаю вам всего доброго и до новых встреч!